Браво, блин, дистанции на харжигатлар. Блай, по крайней мере, за 9 минут сделают. А сега придется за 30 секунд. У вас времени нет. Спасибо, я тебя знаю. А я его сидел так. А что-то не знаю. Да это извиняюсь, я тут писал. Отделение, стоять! Газы! Пошли! Блин, подальше! Давай, ты отсиди команды. И приближай там из кочки еще. Давай, быстрее, давай. Давай, да полез. Жаль. Побежь, жаль, бегом. Давай, давай. Как ты себя чувствуешь? Как себя чувствуешь? Аллергия на обезболивающие есть? Есть аллергия на обезболивающие? Нет. Громче! Моя нога! Ничего! Выдыхай. На свадьбу погуляем у тебя еще. Ты что? Быстрее! Мужики, орём! Для боли кричи давай. Всё. Бежим! Давай, снимай! Красавчики. Самое сложное это было по-пластунски. Почему? В глаза пыль летит. Устали, руки об эту траву царапаются, все болит. Что еще сказать? Самое тяжелое еще было это в конце бежать раненого нести на носилках. Так, а остальное все, к чему готовились, то и показали. Самое трудное было проползать 50 метров, это я все коленки отдер. Было очень трудно, и мне очень понравилось. Игра! Да! Ребята уже практически обессилены от жары и жажды падают для того, чтобы принять финиш. Ну, я думаю, в глазах у них до сих пор чувство удовлетворения. Поэтому я так думаю, что мы на правильном пути. И всем нравится преодоление этой дистанции. Здесь, на этой дистанции, где-то 1200 метров. Но она такая из 5 этапов с затруднениями. Не просто надо бежать, а именно по военно-прикладным видам спорта. Поэтому я так думаю, что ребята довольны, а это самое главное. Такой настрой боевой был. Хотелось все скорее, все, чтобы все успели, чтобы наша команда победила. Очень было трудно. Переживали за ребят, болели, хотели показать лучший результат. Пока, ну честно, хочется сказать, что очень слабо знают. Вот мы с Общероссийским народным фронтом. Угу. Вот. Так как мы десантики, мы всегда вместе. Ну, угу. Все, детям это показываем. Здесь и Великая Отечественная, и вот показывают то же самое, смотрите.
Это я в 90-х годах купил учебник. Самый хороший учебник вроде, как воспитать юношу, состоящего мужчину. Я спросил, как это по-взрослому, он все правильно. Нет, а что это? Сказать это, ну, надо еще и потребовать. Служим России! У вас в глазах была надежда на то, что вы все хотели победить. Это первое, что я увидел. И второе, у всех была какая-то искорка, которая это говорила о том, что вы это делаете с удовольствием. Поэтому новых побед вам. В рамках проведения уроков мужества сегодня мы проведем у вас урок мужества совместно с поддержкой Общероссийского народного фронта. Заряжай, не вижу. Молодец, разобрался, оценка 5. Молодец, все стреляли. Вот, все слышали, да? Минометы, гранатометы, пулеметы, автоматы по нему били. Он бы мог спрятаться за камнем, сказать: ребята, командир, извини, я не мог головы поднять, а он бил. Он 3 атаки отбил, потерь не было. Позвольте мне от имени губернатора, председателя правительства нашей Оренбургской области Юрия Александровича Берга еще раз, как на открытии, сам лично Юрий Александрович, поприветствовать вас, поздравить с тем, что вы встали в ряды зорничников, что вы растете настоящими патриотами нашей Родины, и поблагодарить вас. Поблагодарить за то, что вы собрались на нашей Оренбургской земле, за то, что вы участвовали в бескомпромиссном соревновании, за то, что вы были искренние, за то, что вы подружились. И действительно, за то, что проигравших в нашей зорнице нет и не будет. Поминаю, мы поздравляем команду Пензенской области и вручаем им специальные призы. Аплодисменты команде Самарской области. Поддержим дружными аплодисментами команду Оренбургской области. Команде... Удачи. Новых побед. Круто.